Всем привет, друзья, на связи снова канал «Знамя же выехали». По меньшей мере дважды мы уже делали выпуски, посвященные антикитайским настроениям в Казахстане. В этот раз я специально не стал давать выпуск заранее перед митингами Мухтара Аблязова, где эта тема также стояла на повестке, чтобы никак не влиять на эти акции, ни с точки зрения подогрева, в кавычках, аудитории, ни наоборот. Последняя вспышка антикитайских настроений, если быть точными, началась не с призыва Аблязова. Напротив, он те митинги частично критиковал, посчитав их управляемыми, а сейчас как бы возглавил антикитайский поход. Акции сегодня состоялись. Принципиально не буду давать им оценки. Для этого можете посмотреть Хабар, где вообще ничего про митинги не скажут, скорее всего, и канал самого Аблязова в социальных сетях, где выяснится, что на акции вышли десятки тысяч человек. По информации власти КИЗ были задержаны несколько десятков человек в Астане и Алмате. По стандартной схеме, некоторых уже взятых на карандаш активистов ДВК завернули на подходе к местам сбора. Но в целом этот выпуск не про митинги. О них вы можете почитать подробнее все на том же сайте власть КИЗ. Но тем не менее, антикитайские настроения присущи не только сторонникам запрещенных в Казахстане организаций, а значит, эта тема интересна, в ней нужно разбираться дольше, глубже и подробнее. О синофобии в целом и о главном лозунге активистов «выгнать китайские компании и рабочую силу из Казахстана» решил задать вопросы известному политологу Досыму Сатпаеву и политическому обозревателю Газизу Абишеву. Вообще вопрос, почему Китай так сильно раздражает казахстанцев сегодня, крайне сложный, поэтому и выпуск будет длиннее обычного, а вот меня будет совсем мало. Поехали. Ребят, короткая реклама. На нашем ССНАШИМ канале «Пора остаться» вышло второе видео. Интервью с журналистом и главным редактором «Ротель» Маратом Асиповым, которому в прошлом году запретили заниматься профессией, а его издание закрыли. Получился, на мой взгляд, не скучный разговор не только о журналистике, но и немного про Амиржана Касанова, взрыва в Арысе и о многом другом. За просмотр и любой комментарий под видео, ссылку на который я оставлю в описании, буду дико благодарен. Вообще вопрос синофобии, опасения перед Китаем, его причины мы разбирали, но, как я уже сказал раньше, довольно поверхностно. И вот на поверхности есть несколько факторов. Это исторический аспект, появление так называемых лагерей перевоспитания мусульман в Китае, а также неприятный опыт наших соседей, Кыргызстана и Таджикистана, которым уже приходится частично расплачиваться за китайские кредиты или территории, или месторождениями. В разговоре со мной Досым Сатпаев раскрыл их подробно, добавив, что причин на самом деле намного больше. Ну, во-первых, одна из причин – это историческая, о чем я уже все время говорил. Историческая причина связана с тем, что одни считают, что корни этих китайских настроений в Казахстане надо искать еще во времена войны казахов с джунгарами, за спиной которых стояли геополитические интересы Китая. А другие ищут антикитайские настроения в более поздний период истории Казахстана, когда республика была еще частью Советского Союза, у которого в тот период были довольно напряженные отношения с Китаем. То есть исторический фактор в любом случае игнорировать здесь нельзя, его нужно также иметь в виду. Вторая причина, с моей точки зрения, это связано с тем, что в Казахстане существуют непрозрачные экономические отношения между Казахстаном и Китаем, когда многие подписаны договора и соглашения между двумя странами, в том числе вот по поводу вот этих 55 китайских заводов, они не были представлены казахстанской общественности. Ну, в принципе, кстати, такая привычка, мне кажется, возникла еще в 90-х годах, когда у Казахстана были такие же непрозрачные отношения с западными, в частности, нефтегазовыми компаниями. До сих пор, например, подписанные тогда соглашения о разделе продукции, они закрыты от широкой казахстанской общественности. То есть многих деталей этих соглашений мы до сих пор не знаем. Но в случае с Китаем, естественно, здесь еще накладываются страхи со стороны граждан страны по поводу экономической и демографической экспансии со стороны Китая в Казахстан. Третья причина антикитайских настроений связана с тем, что у нас глубоко укоренилось недоверие граждан страны к тому, что делает и говорит власть, в том числе касательно сотрудничества с Китаем. При этом многих, естественно, пугает то, что коррупция среди наших казахстанских чиновников, она как бы открывает двери для китайского присутствия в Казахстане. Опять же, здесь очень тяжело все это проконтролировать, учитывая высокий уровень непрозрачности, о чем я уже вот говорил до этого. Четвертая причина, она связана с тем, что сама внутренняя политика Китая, она связана с давлением на этнические и религиозные меньшинства, в первую очередь в Синьцзяне. И вот появление тех самых так называемых лагерей по перевоспитанию, они вызвали такую очередную очень мощную китайскую волну не только в Казахстане, но и в Кыргызстане. В принципе, об этом было уже сказано немало, но я думаю, вот эта причина, она тоже является, скажем так, вот на данный текущий момент одной из существенных. Пятая причина связана с тем, что в Центральной Азии уже есть определенный негативный прецедент, где Таджикистан и Кыргызстан уже стали крупными должниками
экспортно-импортного банка Китая. А в случае с Таджикистаном мы вообще видим вот этот довольно опасный механизм обмена китайских долгов на те или иные активы. То есть вместо долгов Таджикистан предоставляет китайским компаниям в управление активы в виде месторождений, там, электростанций и так далее. Но, в принципе, такая методика активно Китаем используется в других регионах мира, в основном в Африке, где такие же кредиты получают в основном очень бедные экономически неэффективные государства, которые, понятно, эти кредиты отдать не смогут. И в обмен на них Китай, естественно, получает по очень выгодным условиям вполне конкретные и очень выгодные активы в виде тех же самых месторождений. Шестая причина антикитайских настроений, ну, скажем так, не причина, можно сказать, одним из факторов, который может усиливать антикитайские настроения в Казахстане, это может быть тот момент, что эти настроения могут быть инструментом для политической мобилизации людей со стороны тех или иных политических игроков, в том числе внутри казахстанской элиты. То есть эти антикитайские настроения могут быть использованы в борьбе за власть, тем более сейчас вот мы находимся в таком полутранзитном состоянии, транзит нас еще ждет, такой классический, когда первый президент окончательно уйдет с политической сцены. И понятно то, что борьба за власть, она уже сейчас наблюдается в кулуарах, но в этот самый момент, именно когда транзит наступит, эта борьба, конечно, приобретет более острый характер. И в этих условиях можно предположить, что те же самые антикитайские настроения в руках определенных конкурирующих групп могут стать дополнительным инструментом этой борьбы. Тем более, что если взглянуть в такую среднесрочную перспективу, то в Казахстане мы будем наблюдать как бы два таких идеологических мейнстрима. Это национал-патриотический и религиозный. И внутри этих мейнстримов тоже антикитайские настроения могут иметь довольно серьезную поддержку и довольно глубокие корни. Ну и кроме этого, конечно, если речь идет об интересах нашей элиты, те же самые антикитайские настроения могут использоваться и с точки зрения экономических интересов. То есть желание оказать давление на китайский бизнес или желание вообще его вытолкнуть из страны, опять же. Поэтому я думаю, что этот момент, его также нужно учитывать, тем более, что в последнее время по поводу этого также стали уже появляться довольно интересные аналитические комментарии. И седьмой момент связан с тем, что антикитайские настроения в Казахстане также могут использовать в своих геополитических целях другие страны, которые могут воспринимать экономическую и политическую активность Китая в Центральной Азии как угрозу своим геополитическим интересам. Кстати, в их числе может быть и Россия. Вот, этот момент тоже нужно иметь в виду, хотя и внутри Казахстана довольно сильные есть антироссийские настроения. Но я думаю, что в принципе борьба за Центральную Азию, она будет усиливаться. И на данный текущий момент понятно, что Россия и Китай воспринимают друг друга в качестве партнеров и союзников, но больше по принципу «дружим против США». Но в целом сейчас мы уже наблюдаем, если почитать даже выкладки некоторых российских экспертов, некую ревность России по отношению к Китаю в том плане, что Китай уже в инвестиционном плане стал доминировать в Центральной Азии, то есть в экономическом плане Китай тоже стал главным игроком в регионе, а в военно-политическом плане Китай уже сейчас демонстрирует определенные амбиции закрепить здесь свои позиции, как это было видно вот по поводу последних военных учений, совместных военных учений Таджикистана и Китая в Горно-Бадахшанской области, что тоже является довольно интересным моментом. Поэтому я думаю, что в целом вот попытка использовать какие-то антикитайские тренды в регионе со стороны третьих стран, я думаю, они имеют под собой тоже определенные серьезные основания. Окей, спасибо, Досымо. С причинами ксенофобии мы более или менее разобрались. Вот теперь вопрос, а что делать-то? Можно ли выгнать всех китайцев и китайские компании из казахстанской земли, закрыть границу, а на границе потом выстроить вторую великую китайскую стену? Вот здесь комментарий дадим Газизу Абишеву. Думаю, сущностно, если сильно захотеть, выгнать все китайские компании из Казахстана и отказаться от сотрудничества в будущем можно. Точно так же, как можно взять огнестрельное оружие и выстрелить себе в ногу и в руку. Казахстан, если проводит рациональную политику, делать этого, конечно же, не будет в силу специфики собственной экономики. Мы страна, которая живет за счет экспорта ресурсов и импорта потребительских товаров и услуг и технологий. Китай является одним из основных покупателей наших ресурсов. И поэтому, если мы отказываемся от сотрудничества с Китаем, ну вот, если мы выгоняем
китайские компании, китайских инвесторов, которые хотят тут работать и которые вложили деньги, это значит, что сотрудничество с Китаем прекращается. Китай закрывает тоже границу в ответ, чтобы нас наказать, и вводит различные разного рода эмбарго. Таким образом, казахстанская экономика подвергается коллапсу. Если кто-то думает, что мы можем потоки ресурсов, поставляемых в Китай, перенаправить на другие рынки, он ошибается. Потому что сейчас нету сверхвысоких цен на ресурсы. И тот, кто сейчас не покупает наши ресурсы, он уже покупает их где-то. И значит, эти значительные ресурсы перенаправить туда, на платежеспособный спрос и продавать не за фактически бесплатно, будет невозможно. И тогда у нас прекратится приток валюты, и мы не сможем реализовывать все наши социальные обязательства и поддерживать нашу экономику в нормальном состоянии. Это очевидно. Такое может себе позволить, к примеру, Южная Корея, которая импортирует технику, автомобили, куда идет медицинский туризм по всему миру. Бренды Hyundai и Kia, к примеру, или Samsung. А Казахстан, как экономика, примитивная экономика низкого уровня, позволить себе уничтожить целый рынок сбыта, гигантский, конечно же, не может. Иначе нас постигнет экономическая катастрофа. Чтобы удовлетворить требования антикитайских активистов, нужно понимать, что во многом недоверие к китайцам – это недоверие к нашим собственным властям, к чиновникам, потому что и к их коррупции. Потому что ясное дело, что сильная страна с большими институтами, в которой все работают пассионарные патриоты, она не прогнется, потому что Китай, естественно, не будет никогда атаковать нас армией, он может лишь коррумпировать и разложить изнутри. И те, кто боятся китайской экспансии, они боятся, что отдельные чиновники в акиматах, в министерствах распродадут по кусочкам страну. То есть фактически всплеск антикитайских настроений – это во многом следствие низкого доверия к государственным институтам. Добиться повышения этого доверия и повысить транспарентность и показывать детально, как именно ведутся китайские инвестиции, это способ исправить и улучшить ситуацию. В целом, Насым Сатпаев согласен с Газизом в том, что Казахстану в этой ситуации необходимо проводить более транспарентную, прозрачную политику в взаимоотношениях с Китаем, но при этом он не согласен, что Казахстану нечем ответить на потенциальную китайскую угрозу. Естественно, немаловажный вопрос, что делать? Вот с учетом вот этих всех тенденций. Я думаю, что, во-первых, в Казахстане необходимо провести полную ревизию всех подписанных с Китаем договоров и соглашений на выявление нарушений или пунктов, которые идут в ущерб экономическим интересам Казахстана. Эта ревизия, естественно, должна быть публичной, прозрачной и всесторонней. И по ее итогам в стране должны остаться только те китайские инвесторы, чьи инвестиции на самом деле не на словах, а вот в реалиях будут повышать конкурентоспособность Казахстана, а не только работать на экономические интересы Китая. Во-вторых, давайте исходить из того, что Казахстан все-таки, в отличие от Кыргызстана или Таджикистана, это государство не бедное, которое прям крайне нуждается в китайских кредитах. Казахстан – страна богатая, то, к сожалению, это богатство доступно не всем. И, к сожалению, это богатство контролируется не всеми. Но возьмем вот конкретный пример. На поддержку тех же самых аффилированных с нашей элитой банков из национального фонда с 2009 года было потрачено намного больше 10 миллиардов долларов. То есть гигантская сумма. Из того самого пенсионного фонда миллионы тенге тратились и тратятся на финансирование большого количества неэффективных государственных проектов. При этом часть пенсионных денег снова же оказалась в некоторых банках, которые попали в состояние дефолта. То есть это все говорит о том, что в принципе в руках у нашей власти довольно серьезные есть финансовые ресурсы, только тратятся они часто неэффективно и без какого-то мультипликативного позитивного эффекта. То есть все эти деньги,
которые мы имеем и в национальном фонде, и в пенсионном фонде, и всех этих, скажем так, правительственных фондах, которые также активно используются на те или иные инициативы и проекты, которые вдруг неожиданно возникают в головах наших чиновников, все эти деньги при наличии мозгов, при наличии низкого уровня коррупции и государственного подхода могли бы работать на страну. И тогда бы, в принципе, нам не нужны были те многочисленные китайские кредиты, которые мы понабрали за эти годы. А мы умудряемся их продолжаем до сих пор брать. Естественно, что Китай выдает эти кредиты в первую очередь, исходя из своих собственных экономических интересов, с точки зрения поддержки собственной экономики, с точки зрения поддержки собственных товаропроизводителей, собственной промышленности. И вот возникает явно абсурдная ситуация, которая, я думаю, представляет угрозу для национальных интересов Казахстана. Вот. И это мы должны четко и конкретно понимать. И в первую очередь должны понимать те люди, которые сейчас наделены властью. Понятно то, что если внутри Казахстана деятельность иностранных инвесторов или полученные кредиты работают против страны, то это в первую очередь вина все-таки тех, кто этим инвесторам дал разрешение или брал кредиты, не думая о последствиях. Если нашей коррупцией и отсутствием государственного подхода пользуются другие, то они лишь играют по тем правилам, которые им предлагает наша власть. То есть это мы тоже должны четко и конкретно понимать. Если мы сами же собственными руками создаем такие неблагоприятные условия для развития собственной страны, а при этом эти условия благоприятные имеют только игроки внешние в лице иностранных инвесторов, то это в первую очередь вина, еще раз повторю, и наших коррупционеров, это вина и неэффективной системы госуправления. Естественно, это и отсутствие мощного контроля и прозрачности, которые требует общество уже давно по отношению к деятельности правительства в экономическом сегменте. Понятно то, что если Казахстан вдруг решит действительно начать довольно жесткий контроль за деятельностью китайских инвесторов в республике, если действительно начнет ревизию подписанных соглашений, если действительно эти соглашения и контракты будут учитывать в первую очередь интересы Казахстана, то есть можно гипотетически предположить, что это вряд ли понравится Китаю, который попытается, естественно, оказать давление на Казахстан. Тем более, если вы обратите внимание, Китай в течение уже долгого времени такое давление оказывает на разные страны. И даже на крупные транснациональные иностранные компании, которые работают в Китае. По разным причинам. Там кто-то из топ-менеджеров этой компании поддержал там митинги в Гонконге, тут же моментально Китай делает жесткие заявления и угрожает лишить те или иные компании каких-то преференций. То та или иная компания, по мнению китайского правительства, не учитывает интересы, экономические интересы самого Китая. И опять же, скажем так, ей устанавливают очень жесткие правила игры. То есть в этом плане сам Китай не церемонится с иностранными инвесторами, которые работают на его территории. Вот мы же в какой-то степени все-таки позволяем иностранным инвесторам здесь править бал. Естественно, что никакого уважения к Казахстану не будет. Ни внутри страны, со стороны собственных граждан по отношению к правительству и к руководству страны, ни со стороны внешних игроков, которые также видят вот эту ситуацию. Если гипотетически представить, что вдруг Китай решит в ответ на вот эти такие довольно жесткие меры контроля за деятельностью китайского бизнеса в Казахстане, Китай решит здесь оказать на нас давление, но в принципе как бы у него есть определенные возможности. Нужно исходить из того, что Китай сейчас является третьим для Казахстана основным торговым партнером после Европейского Союза и России. То есть торговый оборот между Казахстаном и Китаем сейчас вот превышает 9 миллиардов долларов. В основном в Китае мы продаем, естественно, нефть, газ, медь, ферросплавы. Это как бы основной наш экспортный продукт. Сейчас Казахстан пытается выйти на китайский рынок и со своим зерном, и с мясом, там, с сельхозпродукцией и так далее. Вот. Но основные экспортные товары – это именно газ, нефть, медь, ферросплавы. Вот. И понятно то, что если Китай захочет экономически надавить на Казахстан, то он будет бить именно по этим экспортным направлениям Казахстана. Хотя сам Китай также зависит сейчас и от казахстанской нефти, учитывая то, что Китай сейчас проводит диверсификацию маршрутов поставок сырья в Китай. И естественно, что казахстанская нефть и казахстанский газ для Китая также нужен с точки зрения обеспечения энергетической безопасности. Также нужно принять во внимание тот факт, что через территорию Казахстана транзитом в Китай идет также газ из России и стран Центральной Азии. То есть в этом плане Казахстан важен для Китая как транзитный путь для получения газа. Ну, у Китая есть, конечно, еще возможность ограничить доступ Казахстана, например, к собственному терминалу в китайском порту Ляньюньгань. Вот, в принципе, для Казахстана это был очень важный маршрут, потому что Казахстан все время пытался получить доступ к морским пространствам,
и частично этот доступ получил через Китай. То есть, если Китай захочет этот доступ перекрыть, ну, в принципе, у Казахстана тоже есть и ответная мера. В этом плане Казахстан может перекрыть транзитный маршрут для Китая через свою территорию, там, в сторону Каспии и далее в Европу в рамках проекта «Один пояс, один путь». То есть, в этом плане, я думаю, что экономическое давление на Казахстан может иметь для Китая эффект бумеранга. То есть, я бы не сказал, что здесь проиграет только Казахстан. То есть, Китай тоже будет иметь определенные проблемы с точки зрения экономики. Еще раз повторю, учитывая то, что проект «Один пояс, один путь», он очень сильно завязан, в том числе, на Казахстане. И в первую очередь через транспортно-логистические маршруты. То есть, поэтому я думаю, что если гипотетически представить, что между Казахстаном и Китаем возникнут очень серьезные трения, экономического, в частности, характера, то проиграют два государства, понятно. То есть не только Казахстан. Вот. Поэтому риски эти тоже нужно учитывать. Если еще раз повторю, здесь в Казахстане не на словах, а на деле, на самом деле начнут как бы жестко отстаивать казахстанские национальные экономические интересы, активно поддерживать казахстанскую экономику, казахстанских товаропроизводителей. Вот. При этом, естественно, не ухудшая инвестиционный климат, но делая так, чтобы бизнес-климат в стране в первую очередь был выгоден именно казахстанским бизнесменам, казахстанским предпринимателям, казахстанскому бизнесу, который занимается не только добычей сырья, но и производством продукции с высокой добавленной стоимостью. Вот. То есть я думаю, что в принципе нам нужно все-таки в первую очередь, еще раз повторю, во главу угла ставить национальные интересы Казахстана в сфере экономического и политического развития. Вот здесь у меня был один уточняющий вопрос до Сыму. Вот эта ревизия, затем транспарентность в отношении с международными инвесторами, они ведь нужны не только с китайскими компаниями, но и с американцами, россиянами, британцами, голландцами и так далее. Или все-таки есть китайских партнеров что-то такое, за что к ним стоит относиться с повышенным, более пристальным вниманием? Естественно, это касается абсолютно всех инвесторов, которые работают в Казахстане. Я недаром упомянул, например, 90-е годы, когда в нашу экономику стали заходить крупные транснациональные западные компании, в первую очередь добывающий сегмент, и где до сих пор у нас довольно большое количество скелетов, запрятанных в шкафу. Конечно, чуть позже все эти скелеты у нас вывалятся, в частности, те же самые СРП, соглашение о разделе продукции. Вот, я думаю, что определенный пункт этих соглашений абсолютно были невыгодны Казахстану. Но в тот период, как часто любят говорить чиновники, страна оказалась в таком бедственном положении, что крайне нуждалась в приходе инвестиций, инвесторов. Естественно, что сейчас такой тезис тяжело отнести по отношению к Китаю, потому что, еще раз повторю, Казахстан находится не в таком бедственном состоянии, как это было в 90-х годах. Вот. Хотя вот еще раз хотел бы подчеркнуть, те же самые китайские кредиты, которые мы получаем в рамках довольно жестких условий, которые Китай ставит, выдавая их. И с точки зрения покупки китайского оборудования, и с точки зрения привлечения трудовых ресурсов. Потом все-таки вот надо отметить, что в целом у нас проблемы были с инвесторами, представляющими абсолютно разные страны. Те же самые трудовые конфликты, если вы помните, были не только на китайских предприятиях. То есть они были и в других иностранных компаниях. Поэтому я думаю, что в целом вот то, что было озвучено мной выше, в какой-то степени касается все-таки ужесточения контроля за деятельностью инвесторов в Республике Казахстан. Не с точки зрения придумывания каких-то новых способов оказания давления на них. Отнюдь нет. Просто надо сделать так, чтобы инвесторы соблюдали законодательство, чтобы это законодательство в первую очередь защищало права и интересы граждан страны в разных сегментах. Вот. А что касается Китая и китайского бизнеса, конечно, определенные отличия у него есть. То, что его в определенной степени отличает от, возможно, от иностранного бизнеса, представляющего другие страны. Ну, в частности, китайский бизнес... Крупный китайский бизнес практически весь в той или иной степени тесно связан с государством. То есть он является частью государственной политики по укреплению геоэкономических и геополитических позиций Китая в разных регионах. То есть понятно, что те же самые западные компании, крупные транснациональные компании, они тоже имеют тесную связь с элитами тех стран, где находится их штаб-квартира, откуда они родом. Но эта связь не настолько тесная и не настолько прочная, в отличие вот от того, что мы наблюдаем в отношениях между китайскими компаниями и государством. То есть, в принципе, это практически одно и то же.
Второе отличие состоит в том, что китайский бизнес, он в гораздо более степени адаптивен к коррупционным схемам в других странах. То есть неудивительно то, что китайские бизнес-структуры комфортно себя чувствуют в тех государствах, где тяжело работать многим западным компаниям, с их довольно жесткими стандартами антикоррупционными, с точки зрения соблюдения прав человека и так далее. Вот, то есть, но в этом плане китайский бизнес, он умеет и готов работать в самых неблагоприятных условиях с точки зрения западного инвестора, и в том числе и в довольно таких агрессивных коррупционных условиях. И это видно, еще раз повторю, из активного распространения китайского бизнеса в тех регионах мира, где уровень коррупции традиционно был очень высокий. Третье отличие состоит в том, что китайский бизнес, он менее экологически ориентирован. Там, в отличие от того самого западного. Понятно, что те же самые западные компании тоже попадали в ситуацию, когда их обвиняли там, в каких-то экологических нарушениях, но все-таки масштабы не те. Китайский бизнес, он по природе своей, с учетом, скажем так, его определенной такой агрессивной политики и закрепления своих позиций в тех или иных регионах, и исходя из философии работы в этих регионах, он все-таки меньше делает акценты на экологические последствия своей деятельности в тех или иных странах. И в этом, конечно, серьезная проблема. Поэтому этот момент тоже мы должны учитывать, когда речь идет о экономическом сотрудничестве с китайскими компаниями. Попробую немного резюмировать от себя. На самом деле, я не просто так привел две позиции по гипотетическому разрыву отношений Казахстана с Китаем. Согласно первой позиции, не то что полный, а даже частичный разрыв отношений с одним из главных экономических партнеров со стороны Казахстана просто невозможен. Он обернется такими последствиями, что может погрузить страну в экономическую пропасть. Согласно второй точке зрения, дистанцироваться от Китая не просто можно, но и нужно. Бояться санкций не стоит, нам есть что на них ответить. Другими словами, чтобы не стать китайской колонией в будущем, сейчас нам надо показывать свои зубы. И все-таки сами считаю, что на этом этапе борьба с китайской, американской или российской экспансией важна, но не так, как война с коррупцией внутри самого Казахстана. Здесь можно провести аналогию с больным организмом. Например, при язве желудка нет большого смысла прикладывать к животу подорожник. Если мы будем продолжать небезосновательно бояться, что наши земли без нашего спроса кому-то продадут за долги, то какая разница кому? Все на сегодня. Спасибо Досыму и Газизу за комментарии. Ссылки на их страницы мы оставим в описании. Если такие большие выпуски с комментариями экспертов вам интересны, то подпишитесь на «Знамя уже выехали», будем делать их чаще. А сегодня всем спасибо. Всем пока. Реально, базар.